Всем привет! Сегодня системный блок. Такой необычный маленький корпус. Возможно, сборка какая-то готовая. Уже каким-то пластилином заклеенный. Что примечательно, мне только очень не попадало. Здесь стоят жесткие диски от ноутбука маленькие. Возможно, так задумано было, а возможно, уже сами ставили. Здесь DDR3, AM3 сокет, AM3+. Заодно почистим. У него какая-то ошибка на экране выходит. Возможно, с жестким диском проблем. Но это потом посмотрим. Сначала, наверное, почистим. Вот, питание здесь на 500. Видюха пока непонятно какая. Оперативки тоже не знаю сколько. Тут вижу, что два по DDR3. Два разъема, не знаю сколько там памяти. Встроенная графика есть. Видюха. С VGA разъем, значит, не особо еще новые, а какая-то из старых. Здесь у нас по разъему тоже не густо. В общем, сейчас на видюху вытащим, почистим заодно пыль. Процессор, этот вентилятор с ним почистим. Дивером здесь нету. Жесткие диски. Сверху, наверное, пыль уберем хотя бы. И почему-то они вверх ногами висят, не знаю, так задумано или просто повесили неправильно. Вот здесь вот, мне кажется, какая-то неправильная установка. Так, разобрал системник. Здесь у нас материнка GA78LMT-S2P. Здесь низкопрофильные оперативки стоят. Так, еще не посмотрел, кстати, насколько они. По 2 гига, что ли? Или 4. 4, наверное, что ли, получается. Здесь 8 гигов стоит. Если я правильно понял. Вроде бы 2 по 4, но это не точно. Еще вентилятор снимем. Его почистим. Заодно блок питания, наверное, почистить феном. Видюха здесь 240-я. Без доп. Питания. Обычный. Как он называется? Затычка. 240. А, это R7 240. Это не... Нет, не Nvidia. Это, значит, Radeon R7 240. Это немного другое. Вот здесь заодно пылюку погоняем. И пасту, наверное, на видеокарте заодно, чтобы поменять. И здесь под процессором. Жесткие диски, видимо, все-таки, я думаю, не отсюда были. Как-то они были по-колхозному закреплены. Плюс был один провод зажатый. Правда, минусовой. В месте, где винтик заворачивается в жесткий диск, был зажат провод от блока питания. После этого я понял, вот, что собирали сами, видимо. Вентилятор был задний отключен. Так что сейчас приступим к вводным процедурам. Так, снял вентилятор. Здесь у нас феном второй, 2008, видимо, год. Какая именно частота, непонятно. Была белая термопаста. Поменяем сейчас на серую. На видеокарте была серая, но здесь уже засохшая. Сейчас тоже поменяем. Вот. Кулер еще не добрался, но я вместе с корпусом, наверное, буду его феном продувать. И это у нас отдельно все. Вентилятор. Такой же, как на корпусе, видимо, по размеру. Да, один в один. Что процессорный, что этот. Так, все собрал, почистил. Будем теперь включать. Надеюсь, он стартанет хотя бы. И дальше будем уже разбирать ту причину, по которой его принесли. Так, включил компьютер. Он уже запустился. Здесь пароль, поэтому дальше не могу зайти. В общем, выходила ошибка при запуске Missing OS. Так как здесь два жестких диска, видимо, по умолчанию выбирается второй, на котором нет системы. Вот, поэтому он не видел Windows. То есть достаточно было переключить просто второй жесткий диск по умолчанию для загрузки, и он запустился. Так что, в принципе, тут делов на 5 минут было. Но раз уж он был грязный, я решил его почистить.
Можно теперь отдавать. Думаю, шоколадку точно заработал.